Рубрика «Бампер. Что надо?» показывает самые интересные и необычные автомобили Тюмени. И это финальный выпуск второго сезона. Закончить мы решили ярко и со вкусом. Это автомобиль ГАЗ-21 «Волга». 1968 года, третья серия. У нас в семье было 21-й «Волга». У моего отца, как можно сказать, что более своего сознательного жизни, я видел эту «Волгу» и вырос в этой машине. Отцовская машина была 61-го года, 1961 года машина. Искал где-то в середине 90-х годов. А когда нашли? Нашел в 2014 году. Она была очень в хорошем состоянии. То есть вам повезло? Да, мне повезло. И даже мои друзья говорили, и все, кто видели эту машину, что очень повезло. Я купил и своим ходом оттуда доехал до Тюмени. Это 480 километров. При этом машине 50 лет почти 50 было лет, в тот момент. Произведена полная реставрация. Ну, полная реставрация, она разобралась до последнего винтика. Вот. Таких глобальных работ не было, чтобы сказать, там гнилые места были или дырки были, этого не было. Она, вот можно сказать, что машину разобралась полностью, и при этом сорвались, наверное, 2 или 3 болта. А остальное все откручивалось самостоятельно. Полностью покрашено, перекрашено другой цвет, салон переделанный, перетянут полностью. По трансмиссии ничего не менялось. Двигатель разобран, но она была в хорошем состоянии, даже его не растачивали. Она как была стандартна, так и осталась стандартна. Перед нами достаточно редкая комплектация люкс. Ее отличают хромированные детали. Решетка радиатора, перья на крыльях и подоконный хром. Кроме того, наш герой на 5 лошадиных сил мощнее. Интересно, после обычной машины, когда садишься сюда, ну, уходишь в прошлое. Можно сказать, ухожу в детство. Как я был ребенком, садился в машину, отец когда водил, потом я сам уже когда начал водить. Ну, возвращаешься в СССР. Называем мы его в семье старичком. Не столько хобби, сколько память отца. Герой без труда разгоняется до 140 км в час. Впрочем, владельцы уверяют, что это не главная его особенность. Отмечают прежде всего тягу. Машина, несмотря на возраст, довольно резво разгоняется и способна буксировать до 1,5 тонн. Когда едешь по городу, другое ощущение, там кто лайки показывает, кто улыбается, кто там чуть ли не с машины выпрыгивает, там вот такое. Ну, хорошее. Предлагают продавать, купить предлагают. Был человек, который настойчиво в течение, можно сказать, что года, он и названивал, и встречался со мной, предлагал машины разные на обмен, деньги. Этот человек сейчас в данный момент живет в Германии, но все равно просит продавать. Но эта машина не продается. Я катаюсь на нем летом. Вот начиная с весны, в любую хорошую погоду, солнечную погоду, сухую, я езжу на нем. Бывает, и на работу езжу, по работе. Зимой не езжу, потому что, хотя и тут печка есть, она греет нормально. Не хочу ездить на нем. Да, жалко. Рубрика «Бампер. Что надо?» уходит на зимовку. В следующем сезоне будут новые проекты и интересные герои. Увидимся!